Похоже, мы не начинаем в пустом отсутствии. Мы не знаем, почему мы здесь. Мы спали много. Наша память плохая, мы не можем вспомнить много чего. Время это не имеет значения для нас. Мы существуем не в умении. Мы не предложим вселенную. Мы чувствовали беспокойство, если мы могли бы посадить друг друга с другом раньше. Может быть, мы бы были друзьями, но это никогда не случится. Эрсенс. Один из нас. Кто-то хочет уничтожить Сиалу. Умри! Ты расстраиваешься, ты знаешь, почему ты продолжаешь сейчас этот дурацкий случай. Ты бог, черт побери, продолжай его так. Эрсенс. Эрс, как раз я тебе говорю, что Алу не несчастный случай. Они являются крышим создателем. И мы ненавидим друг друга. Ха-ха-ха, но ты не место. Ты подожди, что? Ира, это конец, ты проиграл. Правда? Ты пропустил.